по себе идет. Быстро перемещаются-то. Если это был он, которого я сейчас видел, то он опередил меня метров на 300. А может быть, это не он. Жарко ему рот открыт идет. Пошел водичку пить, наверное. Ай, кусается. Вот так вот вообще. Хватает прямо и на ходу иду. А когда комар поднимется с полутом еще больше, их вообще, наверное, не остановить будет. Коза выскочила. Вся выленившая. А там где-то шел козлик. В общем, вечер откатался. И вообще некого было снимать. Видел двух штук. Они оба выскочили рядом. Лежали из куста и убежали, не было возможности заснять. Коза тоже выскочила вот в упор. Козлики все, в общем, вот два было. Я так понимаю, они из кустов. Где ест, там и спит. Или где спит, там и ест. Вот так вот, вот. А ездил я за фотоловушкой. Должны быть там интересные кадры. Бежал, наверное, уже тоже. Вот так вот. Ну, уже, наверное, ничего больше сегодня. Точно не засниму. Поеду сейчас. Так от до кустиков дойду и поеду в сторону дома. Сейчас не помню, песенка мне одна, но не песенка. Передача была по телевизору, сейчас не знаю, есть она, нет. Сам себе режиссер. И вот там у них, я всегда с собой беру видеокамеру. И вот что-то у меня вот такое чувство, что я брал несколько, немного лишнего. Мимо видеокамеры. Мне бы больше подходило. Я всегда с собой беру видеокамеру. 4 мешка из-под сахара, полпачки полуоболоченных патронов и рюкзак. А остальное ничего не беру, потому что все в лесу.